Насыщенная и разнообразная программа, интересные мероприятия для детей и взрослых. В Московской области проходит сезон летних фестивалей в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». Мы традиционно готовим насыщенную и интересную программу мероприятий, которая затронет каждый город Подмосковья. Во-первых, это крупные музыкальные, театральные, гастрономические фестивали, которые стали визитными карточками территорий и всего региона. При их подготовке Минкультуры и туризма берет большой пласт задач на себя, но от гостеприимства глав тоже много зависит. И второе приоритетное направление «Лето в Подмосковье» – это культурная афиша и наполнение парков. В Одинцовском округе проходят музыкальные, театральные, гастрономические фестивали. Одним из ярких событий этого сезона стал масштабный областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках», который прошел на Лазутинке. С 19 августа стартует второй этап. Он завершится 2 сентября большим гала-концертом и награждением участников «Балашихи». Весь фестиваль располагается, получается, на любезно предоставленных нам площадках парков Подмосковья. Это произошло благодаря поддержке команды губернатора лично и Мособлпарка. В июне в парках Одинцовского округа состоялся фестиваль «Город профессий». Формат проведения мероприятий на свежем воздухе жителям особенно нравится. Угощались пончиками, танцевали, пели. В общем, очень задорный, классный праздник получился. Спасибо огромное. Многие фестивали стали уже традиционными. Также в этом году появились и новые события. И проходят фестивали. Вот у нас в том году у нас прошел фестиваль в Сторожевском монастыре. Прекрасные были мероприятия, спектакль был какой. В этом году прошел фестиваль шиховских музыкальных инструментов. За этот летний сезон в Подмосковье еще пройдет поэтический фестиваль под открытым небом и традиционный всероссийский гастрономический, который объединит на одной площадке сельское хозяйство, экономику, культуру и досуг. Также в парках жителей ждут различные выставки и, конечно же, джазовые сезоны. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».